Баскетбольная команда «Чебоксарские ястребы» провела первый матч серии плей-офф в рамках Суперлиги второго чемпионата России. Наши спортсмены встречались с командой «Строитель» из Энгельса. В первой половине встречи игра шла на равных, и на большой перерыв команды уходили с ничейным счетом. Затем гости из Энгельса взяли инициативу в свои руки и начали забивать в основном из-под кольца. Наша оборона не справилась с атаками соперника. Результат матча 68-81 в пользу «Строителя». По словам главного тренера «Ястребов» Сергея Худаева, после Нового года соперники усилили свои позиции. В команде появилось больше мастеров спорта, с которыми наши пока не могут соперничать. В четверг, 7 апреля, Чебоксарские ястребы играют в Энгельсе. По регламенту финал выйдет та команда, у которой будет две победы в серии. Если же ястребы не смогут выиграть, то им придется играть в турнире за 5-8 места.